Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня обзорчик на очередного героя интересной сборки. Это будет стрелок. Вам я показал, как я собрал этого стрелка. СО – это один из топовых талантов для большинства героев. Плюс каменка 60%, эмблемка плюс Holy Conviction 40% дефа, плюс еще герой сам понижает по себе входящий урон на 90%. Единственное, что нас остановит, это смотритель. По сути, против героев, посмотрите на этот урон, это просто смешно. Такое чувство, что стрелком можно и битву гильдии проходить. Это жесть, ребят. Посмотрите, что делается. 28%. Unreal какой-то. Вот это имба, ребят. Ай-яй-яй-яй, я ворожая случайно выкинул. Ну, видите, да, как ворожая слили. Ворожая с оживой. Ворожаю сказали до свидания. А стрелку пофиг, стрелок дальше трешует. Уже 50%. Обалдеть. 55%. Единственное, вот смотритель плюс недомогание. Ну. Давай отхил уже. Супер. Смотритель нас отхилил. 57%. Ну что вы на это скажете? Ну, конечно, если вам нравятся такие видосы, ставьте лайки. Делаю все для вас, чтобы вы понимали, кого стоит качать, кого нет. Вот вам явная новая имба, которая может противостоять спокойно Фрейе, которая бьет там, да, у нас получается две цели. 66% стрелок, ребят, стрелок тащит. Стрелок — это не тот герой, который на битве гильдии там в атаку берется. Ну, раньше, конечно, мы брали, но вот 70%. Так. Ну. Да держись. Блин, видите, вот недомогание не дало нам. Но 70% базы мы снесли. Можно взять других героев, да, повыпускать. Вы сейчас увидите, как их ушатают. Ну, отлично, седнушка. Ворожая убили, седну убили, стрелок держится. Ну, пробуем дотащить. Конечно, блин, деф бешеный. 79. Если попадать нормально так, чтобы не блочили, то я думаю, можно нормально, вот недомогание, видите, плюс смотритель могут блочить, а так просто фуловый отхил получается. Супер, 88, но тут понятно, она сейчас, наверное, тут все толпой ушатают. 89, но 3 минуты герой может держаться. Давайте еще раз попробуем. Так, Бугиман, Фен. А вот Фрейка, кстати, неплохо. Фрейя. Тут Фрейя, конечно, жесткая. Вот недомогание, видите, не успевает он отхил ловить. Тут вопросов нет. Ну, все равно, учитывая то, как разлетаются другие герои, это нереально круто. Ну, то есть герои, у которых есть... Вот, а тут, кстати, тоже интересно будет посмотреть. Конечно, жалко, тут очень много героев с воодушками. Один на один интересно посмотреть. Ладно. Поехали на аренку.
смотрим, что они смогут сделать. Не пробивают, все-таки пробивают. Тут ты ничего не сделаешь. Махатма. Вы все равно посмотрите. Ну, камень убили. Убить ее не смогли. А тут. Отлично, все как раз по центру вылазят. Ну, плюс то, что она забирает энергию, она не дает заряжаться. Правда, такая толпа против. Ай, зашатали. Череп. Там, видимо, очень хороший череп. Этот герой больше, знаете, не для таких PvP-локаций, вот как... Если взять ту же самую битву гильдий, да. Он в дефе намного лучше, чем в атаке. Если взять арену, здесь герой не актуален. То есть он больше для таких, для фарм-локаций, для такого. Но тут, конечно, вариантов у нас нет. Но опять же, пробивает очень слабенько. Чем мне это и нравится. Давайте в забашку сходим. То есть, по сути, тут столько дефа, что уже больше некуда. Единственное, надо, чтобы герой успевал орнитоптера выкидывать. Посмотрите, 4-5 тысяч, ребят. 4-5. Обалдеть. Офигеть. Посмотрите, что делает. Вот вам, ребят, вот почему это имба. Полностью пофиг все. Жесть. Вторые эволюции против. Вот это жестко. Это действительно, что жесткие герои. Так, фен там у нас с последней оживой. Но интересно, хватит ли времени, чтобы ушатать их. Наверное, скорее всего, нет. Так, феникса убрали. Ну, супер. Супер, я выиграл, а мне дали поражение. Как так? Вот это прикол, когда ты тащишь. Там, либо он с оживой был, либо я не знаю, но я его убил, либо не все показало, там была еще одна жива, хотя, кто его знает, ну, ничего не сделаешь. 1-1, типа ему отдали победу, но я выиграл. Ну, да ладно. Жесткие баги, конечно. Короче, нашли мы еще один баг. Пишите, у кого-то кто же бывает. Давайте против хранителя. Тут без вариантов. Стрелок просто тащит. 303 пробивает тень. Блин, нам бы хоть огня какого-то встретить. Давайте посмотрим, что там за роза. Я надеюсь, она хоть вкачанная. У второй эволюции. До свидания, ребятушки. Просто не даем заряжаться, вот и все. До свидос. Они не пробивают. То есть, нереально круто. Так, вот, кстати, Фрея есть, давайте попробуем. Надеюсь, там хотя бы она вкачанная. Хоть немножко.
Восьмая и первая эволюция. Посмотрите на этот урон. Просто пофиг. Весь урон пофиг. Да. Вот, отлично. Поехали еще одного топа посмотрим. Ой, Фрея, вот тут, кстати, наверное, нас ушатают. Нифига. Обалдеть. Давай, тащи, стрелок. Я в тебя верю. Вот посмотрите, что делает. Просто кайф. Ангел, ну давай, давай отхил. А, чуть-чуть не хватило. Ну, тут, конечно, вы сами видите все. Но герой сопротивляется очень круто. Тут понятно. Мы затащим. Нашим читерным составом. Вот так вот здесь тащит. Так, ну где еще? Давай, ну на экспедиции, думаю, смысла нету. Давайте еще раз попробуем в рейде, посмотрим. То есть, если герой набивает 50, видели, да, какой там отхил 1.2. Если герой набивает 50% в рейде, ну смотря, конечно, какая раста. Но это уже говорит о том, что вам эту расстановку разобрать дальше намного проще будет. Так, включилась Фрея. Так, чтобы не выпустить других. Пол жизни осталось. Фу. Посмотрите, супер. Мы активируем Фрею. В итоге Фрея full отхил. Full отхил получается от смотрителя. Если раньше он там хилил меня фигню, сейчас меня отхиливает на фул. Фрея нам подкидывает новых воробьев. То есть там, где есть Фрея, реально будет очень круто. Потому что мы будем зависать. Вот 41%. Это нас более чем вполне устраивает. 43%. То есть разбирается база на ура. Вот эта новая чара просто, просто бешеная. 55% набирает у нас стрелок. 59%. Супер. 59%, ребят. То есть, по сути, два таких героя, два реса уже нам дают возможность того, что мы 94, потом вы там выпускаете и остальных, добиваете уже, соответственно, то, что осталось. Ну, не знаю, ли мы тут добежим. Тут можно юнитами подбивать потом, как вариант. Ну, в зависимости от того. То есть, разобрать базу со стрелком тоже, оказывается, вполне-вполне можно. Вот так вот. Все, пишите комменты. Лайки, репостики, как обычно. Всем удачи, всем пока. Это была Имба.